Алексей, Константин, поздравляю вас с волевой победой в сегодняшнем матче. Ну, по поводу, наверное, первого тайма можно все-таки узнать, что было с командой. Плохо играло. Все, что можешь сказать? Да. Ну, блин, очевидно, что... Во-первых, огромное спасибо Nexus. Это не тот Nexus, который был год назад. И это не тот Nexus, который даже был на Кубке на зимнем. Я уверен, что эта команда в третьей лиге как минимум без очков не останется, если будет играть с тем же настроем, который у нее был сегодня, по-моему. В первом тайме эта команда за счет настроя бешеного, которого не было у нашей команды, вела в счете и смотрелась намного лучше. Вот все. Но у нее настрой был на игру. У нас его, как оказалось, в первом тайме не было. Также не было сегодня в первом тайме двух основных игроков. Во втором тайме один из них вышел, больной, и сделал нам игру. Ну и в основном Иван Корнышев, наверное, именно его руководство в игре во втором тайме принесло команде победу. Вообще я про себя говорю. Ну да, конечно, Ваня Корнышев вышел, сразу голевой пас. Ну, это, конечно, мне не очень приятно, что без одного человека у нас команда разваливается. И... Без себя. Ну, давайте уже перестанем шутить. Нет, ну правда, немножко обидно, то, что в первом тайме не смогли настроиться на Nexus. Они нас за это наказали. Мне очень радостно, что мы вовремя опомнились и сделали то, что были должны, забили 4 мяча. Я забил. С чем я вас и поздравляю, и большое спасибо. Желаю дальнейших успехов. Алексей, у вас в первом тайме было много моментов. Почему не получалось? Может, погода, скользкое поле, что-то еще? Да, Алексей. Ноги кривые просто. Все. Это все? Да. Да, в форме. Да, просто не было еще пока возможности набрать форму. Тренировок было не форма так много. Пока, вообще мало было тренировок. Ноль.